Дорогие друзья, всех приветствую у себя на своем YouTube-канале под названием «Мир биткоина», где мы рассматриваем самые успешные ICO-стартапы и компании. В сегодняшнем видеообзоре мы с вами поговорим о проекте под названием Zero Carbon Project. Мы сейчас находимся на официальном сайте данной компании. Сегодня я вам расскажу о ней, в принципе, также познакомимся с официальным сайтом, ознакомимся с документацией, в частности, это будет техническая документация, рассмотрим, какие проблемы решает проект и все, в принципе, чем он занимается. Борьба с изменением климата на основе использования блокчейн. Рынок нулевого углерода поглощает возобновляемые источники энергии, а также ископаемые виды топлива. И клиенты данной компании получать будут вознаграждение за символику Energis как катализатор изменений. Вместе компания предлагает сократить выбросы углерода быстрее, чем же возобновляемые источники энергии. Давайте поговорим, какие проблемы решает данный проект. Существует сначала же проблема. Это то, что идет изменение климата, оно представляет собой катастрофические риски с неопределенными временными рамками. Технология возобновляемых источников энергии хорошо реагирует, но они остаются слишком дорогими, и поэтому их воздействие на выбросы углерода происходит медленно. Потребители обеспокоены изменением климата, и они продолжают выбирать более доступную электроэнергию, которая вырабатывается из ископаемого топлива. Как же работают углеродные рынки? Поставщики энергии с нулевым углеродом могут быть источником из ископаемых видов топлива и платят небольшую премию, так сказать, за компенсацию выбросов углерода с использованием международных углеродных кредитов. И чтобы покрыть премию за выбросы углекислого газа, чтобы превзойти цены на ископаемое топливо, рынок данной компании применяет интенсивную конкуренцию. Она будет происходить за счет привлечения широкого спектра поставщиков на рынок с их лучшими ценами на углекислый газ и специально разработанными для данной компании расположения и использования потребителей. Поставщики представляют свои наилучшие предложения по нулевой углеродной энергии. Также предложения сопоставляются прозрачно, используя аналогичные сравнения, используя онлайн-систему коммуникации для домашних хозяйств и онлайн-систему обратного аукциона для бизнеса. Давайте с вами перейдем непременно вот документы, которые у нас предоставлены на данном официальном сайте. Вы можете скачать, в принципе, любой из них и также ознакомиться. Я бы хотела сейчас остановиться более детально и более подробно непосредственно на технической документации. Вот так вот она у нас выглядит. Она состоит из 54 страниц, англоязычная. В принципе, хочу вам сказать, что у данной компании предложения сопоставляются прозрачно, то есть используются аналогичные сравнения, используется онлайн-система коммутации. Также потребители выбирают свой предпочтительный вариант дешевого контракта на рынке данной компании. И потребитель полностью заключает контракт с успешным поставщиком энергии. Также хочу сказать, что в данной технической документации вы сможете найти непосредственно прекрасную команду проекта, которая была создана группой профессионалов энергетического рынка, которые увлечены тем, что могут внести свой вклад в глобальную проблему изменения климата посредством применения новых технологий. Команда работает Bond Grab, которая является консультантом по энергетике и углероду, обслуживающим конечных потребителей энергии. Вот, и, в принципе, отмечена наградами Европейской энергетической консультации, базирующая в Лондоне. Вы, в принципе, можете о каждом из участников команды ознакомиться. Также, в принципе, есть эта информация на технической документации, также на АНН-ветке, вот, которая предоставлена непременно перед вами. Вот эта прекрасная команда, о которой я вам рассказывала. Также можно посмотреть и ознакомиться с дорожной картой. Она нам говорит непосредственно о планах, которые планируются на будущее, также о истории, которая уже была, но хочу сказать, что проект довольно-таки новый, в принципе, дорожная карта, вы видите, описана, начиная с 2018 года, с первого этапа, то есть, в принципе, на данном этапе, уже на данном уровне, довольно-таки неплохо себя зарекомендовали. Также мы можем ознакомиться с социальной сетью, такой как Twitter,
и Facebook. Я, в принципе, уже на Twitter подписана, изучаю новости, изучаю обновления. Довольно-таки интересный проект. Я таких ранее не встречала и могу с уверенностью сказать, что он, в принципе, мне очень понравился. И я надеюсь, что компания будет довольно-таки успешной в данной отрасли, потому как уже на данном этапе пользуется спросом. Также присоединяйтесь к группе Telegram. В принципе, в ней, как вы видите, 1276 участников. Люди также активно присоединяются и обсуждают новости, а также этапы данной компании, в принципе, также процветание данного проекта. Что ж, я надеюсь, что вам проект понравился. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если же у вас есть какие-либо вопросы, также пишите их мне под этим видео. Все ссылки я оставляю в описании. Изучайте, ознакомьтесь. Я желаю компании большого успеха, достижения поставленных целей и задач. Ну а вам также желаю хороших успехов в выборе своей компании. Всем хорошего дня, всем пока!